Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня у нас прямой эфир. Презентация еще одной небольшой линейки флюидов, кремов для тела. Я сегодня вещаю вам из Санкт-Петербурга. Сегодня я приехала специально поработать в маникюр-бутик. Здесь так красиво, вы себе даже не представляете. И как раз заодно я вместе с вами попробую новые флюиды. Мы поговорим об основных аккордах, которые присутствуют в каждом варианте. Чуть-чуть расскажу про состав. Кто видел презентацию вот этих лосьонов, поставьте плюсики. Моя вообще, конечно, любовь — это черные лосьоны, но всегда есть определенные вкусовые предпочтения, которые кому-то заходят. Они все парфюмированные, вы должны понимать. Здесь парфюмерия более мягкая, здесь парфюмерия такая более острая, я бы сказала, с перчинкой. И первая линейка, и вторая линейка, аромат держится до 10 часов. И я вот почему люблю использовать. И в прошлый раз я об этом говорила. Я очень люблю духи, и мне, например, очень важно, чтобы в течение дня за мной обязательно шел шлейф. И когда этот шлейф еще идет от тела, это вообще классно. И здесь получается, видите, функция два в одном. За вами идет шлейф духов, и у вас работает увлажнение вашей кожи. Поэтому вторую линейку тоже решили сделать парфюмированную, чтобы она не только работала составом. Здесь как раз серьезный состав у этой линейки. Я сейчас прям подробно где-то расскажу, где-то прям зачитаю вам состав. В отличие от черной линейки лосьонов, здесь больше на эстетику, поэтому я их обожаю, потому что запахи просто какие-то необыкновенные. А здесь мало того, что запахи, но они более мягкие, но здесь очень хорошая работа. Очень хорошая работа происходит с вашей кожей. Итак, сейчас мы пройдемся по каждому флюиду отдельно. Сейчас я в общем расскажу, что у нас входит. Значит, во все эти флюиды у нас входит комплекс жирных кислот. Так, сейчас я вот так вот подвину. Поставьте плюсики, кто, кстати, уже купил черную линейку, кто уже какие-то запахи попробовал из первой линейки лосьонов, где парфюм 1, 2, 3, 4. Так, а я сейчас начну вам так рассказывать. Вот они, хорошие, классные, вкусные. Комплекс жирных кислот быстро проникает в кожу, смягчает ее, успокаивает, бережно питает, способствует подтяжки и сохранению эластичности, помогает накапливать влагу в роговом слое, устраняет чувство сухости, стянутости и оказывает легкий матирующий эффект. Что касается матирующего эффекта, здесь очень необычная база по составу. Да, вы знаете, что когда готовятся крема, лосьоны, всевозможные уходовые средства, это готовится базис. Именно варится базис. И здесь очень сложный базис. Я первое время думала, что ну, реально такое ощущение, как будто здесь сталь идет в составе. Кожа после того, как впитается лосьон, флюид, ну здесь вот именно идет флюид. Почему назвали флюид? Смотрите, у меня совсем новенький. Нужно время, чтобы воздух ушел и заполнилось флюидом. Почему флюид? В отличие от лосьона, флюид впитывается моментально, не дает какого-то вот эффекта липкости. Здесь идет просто рабочая составляющая, которая проникает очень глубоко благодаря такому легкому составу. Потому что чем более тяжелый состав, тем сложнее он проникает. И сейчас вот если мы посмотрим, я не знаю, камера это передает или нет, он даже сам по себе, смотрите, матовый какой-то. Он какой-то сам по себе матовый. И когда впитывается, он впитывается там моментально, получается такой, знаете, эффект soft touch. Ну и плюс вот этой легкой текстуре проникновение происходит намного глубже, чем у обычных увлажняющих кремов. Что еще в составе? Гиалуроновая кислота надолго увлажняет, а спасает кожу от обезвоживания, интенсивно подтягивает,
препятствует появлению морщин, делая кожу более упругой, гладкой, смягчает реакцию на агрессивную косметику и негативное воздействие окружающей среды. Смотрите, все, вот он уже впитался. Вот он уже впитался. И сейчас по ощущениям, после того, как он впитается, вот, ну, у меня ощущение, как будто тальк в составе есть. Хотя талька как такового здесь нет. Здесь просто очень интересная, сложная составляющая именно самого базиса этого флюида. Вот, мне очень нравится. Что еще классного есть в составе этих флюидов? Я считаю, что это прям вот только ради этого элемента стоит попробовать поухаживать за своей кожей с этими флюидами. Это сквалан. Есть еще понятие сквален. Сквален, его использовали намного раньше. Сейчас сквалены очень редко используют. Это в основном производство из... Короче, животного происхождения. У нас сквалан – это идет синтетическое происхождение, такой синтез. Он очень, кстати, сквалан, схож по своей структуре с липидами кожи. И поэтому кожа, она очень благотворна и хорошо принимает эти липиды. Поэтому вот только ради сквалана вот стоит попробовать вообще поработать со своей кожей, используя именно вот эти флюиды. Ну и, конечно, витамин Е в составе идет, витамин А, причем две формы витамина А, это ретинол ацетат и ретинол пальмитат. В общем, состав офигенный. Я так понимаю, что вы... Видите, да, разницу между черными лосьонами, это больше такая эстетика парфюмерия, вот, а здесь помимо парфюмерии, здесь идет еще именно такая вот рабочая составляющая на глубину с вашей кожи. Вот. Ну, не буду повторять о том, что если мы хотим видеть результаты после ухода за нашей кожей, мы годами постоянно ухаживаем, не так время от времени, а это... Понимаете, дивиденды, которые вы в данный момент времени вкладываете, а результат вы уже видите там через 10, через 20 лет. Но это системного ухода за каждым участком кожи, начиная не только с лица, да, самые главные моменты, которые выдают наш возраст, это, конечно, декольте, шея и руки. Вот. Но в любом случае и парфюмированные лосьоны, и флюиды. Это для всего тела. У них, кстати, очень хороший вот объем у флюидов. Если здесь 200 мл такой крупненький, не в каждую сумочку поместится, то здесь объем такой вот очень компактный и помещается в сумочку. Мне вот очень нравится то, что вот эти 100 мл, они классно будут смотреться даже в небольшой сумочке. Плюс насосик такой, видите, не растекается. Даже если будет какое-то непреднамеренное нажатие, крем не будет вытекать. Так, сейчас я поговорю о самих флюидах по запаху. Так, первый флюид у нас флюид Руж. Вот он, флюид Руж. Сейчас я прям прочитаю, какие у него основные ноты. Так, у него основные ноты – это жасмин, шафран, еловая смола, белый кедр, амбра. Прикольно? Так, сейчас. Я сейчас хочу выбрать свой аромат. Так, сейчас будем пробовать, какой будет. Блин, надо было мне насосики раскачать, а то я прям распаковала в моменте эфира. Да, воздух сейчас выйдет. Блин, может, вы мне поможете парочку? Возьми вот эти два веса. Со мной здесь, кстати, Вера Мирошниченко. Так, пробуем. Значит, флёр Руж. Флёр Руж. О, ну вот это моё, да. Вот до этого я пробовала Backstage. Он более спокойный запах. Я люблю очень... сложные резкие запахи, потому что я сама такая резкая,
Так, флёр руж. Еще раз смотрите: жасмин, шафран, еловая смола, белый кедр, амбра. Да. А бэкстейдж, получается, я его уже пробовала. Бэкстейдж у нас он легче. Давайте про бэкстейдж прочитаем. Так, бэкстейдж. Что у нас бэкстейдж? Это глубокий, свежий, резкий. Да, кстати, есть небольшая резкость, таинственный аромат. Основные аккорды — это можжевельник, амбра и черный мускус. Такой, знаете, фужерный аромат. Ну и плюс мускус. Мне кажется, вот этот, наверное, будет самый популярный бэкстейдж. Он такой прям, знаете, какой-то запах косметики, таких духов каких-то. Прям вот, ребят, порезче. Такой более сладковатый запах. Так, флёр руж, ладно, попробовали. Так, Woodsong. Woodsong. Сейчас Woodsong. Сейчас мне, видите, места не хватает. На разных участках буду пробовать. А, нет, вот этот легче. Вообще, вот эта линейка, она более легкая, в отличие от черных лосьонов. Так, читаем Woodsong. Это загадочный, легкий, чувствительный, дымный. Основные аккорды — это бергамот, ут, кедр из Вирджинии, апельсин, лимон. Короче, в основном здесь все построено на аккорде уда. В общем, смотрите, если мы возьмем Backstage и Woodsong, наверное, вот они более легкие. А теперь я беру самый последний. Я думаю, что он, наверное, все-таки побьет рекорды. Sorento. Знаете, что здесь? Сейчас я его сделаю тоже. Так. В общем, поставьте плюсики, кто любит молекулу. Кто вообще любит из этой серии духи. Это, конечно, прям, ну, не сама прям молекула, да. Вот здесь мандариновая такая молекула. Очень близко. Получается, основные аккорды — это мандарин, Исое Супер и Гедеон. Вот кто-то уже пробовал третий. А, третий — это, наверное, вот здесь третий лосьон, да? Так. Так, девчонки, я не знаю. Наверное, Sorento будет самый популярный. Хотя он более яркий, чем Woodsong и чем Backstage, потому что вот эти вот прям вот легкие. А Fleur Rouge — это прям такой сладкий запах. Он мне понравился больше всего, видите, но это на любителя. Я если буду пользоваться, то я, скорее всего, его возьму. Либо Sorento. Это мандариновая молекула. Кто-то пишет: Катя, спасибо вам за видео из Питера. Это моя мечта — побывать там. Желаю вам приятного времяпровождения. Да, я прям сейчас после эфира иду в музей Фаберже. Во сколько лет была, а именно в музее Фаберже в Санкт-Петербурге я никогда не была. Так, еще раз. Делаю акцент на составах. Разницу. Давайте мы еще раз посмотрим с вами. Сейчас я вот так вот возьму. Смотрите, в чем разница между линейкой флюидов? Во-первых, флюид уже сам по себе говорит о том, что это не лосьоны. Флюид – это более легкая текстура, она быстрее, глубже проникает, вообще не утяжеляет. И самое главное, она работает. Это такая, знаете, рабочая формула, состав просто необыкновенный. Комплекс жирных кислот, гиалуроновая кислота – сквалан, ну, я ради сквалана буду пользоваться. Ну, я понимаю, что для кого-то это такое, знаете, модное название, вот, ну, сквалан, он очень схож по структуре с липидами кожи, поэтому кожа очень легко принимает эти липиды сквалана, она очень хорошо усваивается и работает, продолжает дальше работать. Витамин Е и витамины А. Витамины А — это ретинолоацетат и ретинолопальмитат. Поэтому это вот такая, знаете, именно рабочая формула.
на работу с старением кожи, с вредным воздействием в течение дня на нашу кожу. А лосьоны 1, 2, 3, 4, черная серия, да, это именно лосьоны, тоже достаточно легкая текстура, они больше несут такую декоративную составляющую. Здесь офигенные духи. Обязательно посмотрите обзор по ним, я делала, выбрала своих любимчиков. Ну, кто-то уже сейчас пишет, какие номера выбрал. Здесь чисто просто увлажнение, ну, я бы вот эту парфюмерию купила, вот, кто не любит духи, это для вас. Здесь получается два в одном. И увлажнение, и вы получаете очень тонкий аромат духов. Очень стойкий. Очень стойкий. Так, сейчас комментарии прочитаю. Что тут девчонки пишут. Вот кому-то третий зашел. Так, есть и та линейка уже на сайте. На amyshop.ru есть уже у некоторых дистрибьюторов, поэтому заходите, смотрите, спрашивайте. На amyshop уже можно совершить покупку. Я вам желаю хорошего рабочего дня, а я пошла на экскурсию. Всем пока-пока!